Двойное ограбление в Саратове, совершены разбойные нападения на офисы микрокредитования. Вначале инцидент произошел около Сенного рынка на улице Большая Горная. Неизвестный в маске проник в офис финансовой организации и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги из кассы. Завладев суммой в 12 тысяч рублей, грабитель скрылся. Через полчаса после случившегося стало известно еще об одном ограблении этой же компании, но уже на Первой Дачной. На месте происшествия работали полицейские и следственная оперативная группа. В настоящий момент идет поиск подозреваемых. По предварительной информации, оба нападения совершил один и тот же человек. Неизвестный мужчина ворвался в офис и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил денежные средства. В одном офисе сумма составила около 12 тысяч рублей, в другом офисе сумма похищенная составила около 40 тысяч рублей. На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции, следственная оперативная группа. Были приняты все меры к розыску и задержанию данного гражданина. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оба ограбления произошли накануне с разницей буквально в несколько часов. Однако серия преступлений на этом не закончилась. На этот раз преступник ограбил офис микрокредитования в Энгельсе. Помещение расположено на улице Проспект Строителей. Злоумышленник в солнечных очках, как и в двух предыдущих случаях, действовал один. Чем он напугал продавца, непонятно, но известно, что потерпевший отдал все средства из кассы.